первый симптом забитого фильтра в автоматической коробке передач. Специфический дребезжащий звук. Он зачастую может возникать при использовании уже старого забитого фильтра в автоматической коробке передач. При вскрытии обычно показывает, что сам фильтрующий элемент может сломаться и дребезжать. Также вы можете наблюдать, если фильтр имеет повреждение, в свою очередь он пропускает металлическую стружку, которая может начать греметь внутри трансмиссии. И если ваша коробка выдает дребезжащий шум, и этой причиной является старый разломанный фильтр, с большой вероятностью, что вашей коробке потребуется дорогостоящий ремонт. А более подробнее на моем канале. И не забудьте подписаться, чтобы для вас были доступны все видео без ограничений.